Ну что же, наконец-таки 9-месячная зима завершается. Худо-бедно. В апреле месяце. И уже все мечтают о летней резине. Скоростях чуть выше, управляемости гораздо лучше. Естественно, 100 тысяч автомобилей города Магнитогорска надо где-то переобувать. Ну, шиномонтажек много. Вопросов нет. Качественных шиномонтажек немного. За качественным шиномонтажом мы вас приглашаем в автоцентр «Фаворит», который располагается на выезде в сторону озера Соленое. Здесь автокомплекс «Шурави» есть, заправка «Шурави». Ну и вот он, тот самый центр, где на двух постах шиномонтажа и балансировки одновременно можно обслужить до 8 автомобилей, потому что 3 подъемника и куча домкратов. Ну а чтобы было проще, и вы сюда просто так не приехали, то записаться можно вот по этому телефону. Сервисов высокого уровня не так-то и много в городе. Шинных центров, имеющих должный выбор автомобильной резины и не тупой персонал, еще меньше. Будем говорить честно, счет таковых единицы. Сегодня сейчас количество таковых увеличилось на один. В битву за клиентов вступил «Фаворит». Давайте продемонстрируем его возможности. Во-первых, ассортимент. Ассортимент народный. Колесо ведь должно быть каким? Правильно, круглым и недорогим. А такие тут и есть. Наименования всякие, цены низкие. Смысл бродить по базарам отсутствует. Кстати, как ни странно, но базар — это не дешевое место. Во-вторых, отличия от шиномонтажек разных. И сейчас объясним. Не каждый шиномонтажник может слесарить. Здесь работают те, кто работает с головой. А голова понимает, что грязные руки от грязного колеса угваздывают салон. Теперь перед началом работ колесо моют, что должным образом скажется и на дальнейшей балансировке. Ну а как разбортовывать, смысла вам я втирать не вижу. Это и так понятно. Но вот обработать резину консервантом не каждый предложит. Дело в том, что надо же и вам понять, как должна храниться резина. В темном, прохладном и желательно влажном помещении. В небольших стопках. Либо на полках. Кстати, владельцы штампованных дисков. Это раньше вмятину на ободе выстукивали кувалдами. Но ничего, это не модно. Сейчас есть специальный станок дископрав. И ваш штампованный диск, принявший на себя удар бордюра или рельса, опять новый. Естественно, раз центр свежий, то и оборудование новое. И колесики на 22 оденут, и рамфлет забортуют. И в общем, проблем с этой процедурой нет, потому как есть третья рука. Станок шиномонтажный с такой примочкой. Ну, в общем, все тут делается правильно и недорого. Да и по скриптум, скажем так. Ремонт колес здесь делается также весь. И боковых порезов, и дырок по беговой. То есть в автокомплексе «Фаворит» с автомобильной резиной на «ты». И это хорошо, что не надо ждать час-два, когда манагер не спеша пойдет на склад. Выпишет резину, затем бригадир будет искать персонал, который понимает, что работа не волк. И это я вам описал сервисы при центрах и дилерских гаражах. Здесь реально шелестят, и шелестят скоро. Так, к примеру, пока мы настраивали и прокатывали диск, на подъемнике рядом переобули замечательную «Альфу». Мечта любого автомобилиста — чистый багажник и чистый салон. Но багажник, понятно, да? Туда складываем зимнюю резину. Но не в каждый автомобиль войдет комплект. Поэтому складываем в салон. И что в результате? В результате пачкаем. Автокомплекс «Фаворит» решает эту проблему. То есть изначально умный человек помоет колесико, затем уже почернит его, уложит в специальный пакет и уедет. Кстати, на помытой машине. Потому что при шиномонтаже четырех колес здесь вы получаете 50% скидку на технологическую мойку. Ну а чтобы в очереди не стоять, потому что придется в очереди стоять, проще позвонить вот по этому телефону и приехать сюда на выезд из города в сторону озера Соленое.